последняя модель. Давайте что? Не самая. Хочешь, может, веревочку? Модная. Давай веревочку точно, вдруг с ней. Да, а то скотч этот. Веревка тоже проверенная. О, какой вот знак красивый. Супер, отлично. Знак ОМ. Как ты хочешь сказать скотч? Не знаю, как. О, прекрасно. Это как прямо на праздник Нептуна. Когда мы на праздник Нептуна, мы также делали. Не захотели делать вот эти майские вот эти? 5 minutes. Зачем он делает? 5 minutes to go. Что прикрыть? Еще 5 минут бонусных на презентацию, на то, чтобы придумать, как презентовать костюмы. О, гайс, презентацию. Я так и думала, что будет презентация. Отлично. Что будете говорить? Что можно говорить? Наша дизайнерская коллекция находится в гармонии с природой. Микрофон больше будет. Можете обокрыть друг друга. Девочки, все люди, люди одеваем друг оружие. Друга. Давайте, не стойте, ребята. Ну, как... Две веревки давайте сначала. Чтобы... Сейчас. Славянские танцы. Помнишь, как мальчишки двигаются, потом садят... Ну, мы не сядем, наверное. Нет. Да, это не получится, наверное. Не получится. Mm-hmm. Давайте что-то другое. Ну просто у нас же одинаковое количество людей. Надо девочек, мальчика. Надо как-то вот с этим обыграть. Кто-то крушится в середине. Друзья, как насчет того, что ум – это творение Вселенной. Это стихия. Вода, огонь, земля, ветер. Огонь, вода, земля. И рождается ум. Ветер. И потом рождается человек. И родится человечек. Вау. Мы стихии. Смотрите, мы стихии. Вот, земля. Сам, это крепкая. Земля. Здесь, да. Так, огонь. Я буду огонь. Я буду огонь. Вот огонь. Так, а как она мы рассказывает, что? Начало творение Вселенной. Началось творение Вселенной. Подожди, может мы все сядем в позицию какого-то там. А ты будешь презентовать и говорить, описывать. Ну, то есть, как ты вот сейчас говоришь, стоять и что-то... Начало создание творения Вселенной. Первым было... Один подходит, давай, прикасается к тебе, второй подкасается, третий прикасается, четвертый, пятый, и рождается человек. Сильно? Давай, и ты встаешь вместе с нашими руками. Ребят, отлично, можно еще смотреть по-другому. Сначала было слово, и слово было ОМ. Мы сказали ОМ, и потом началось творение Вселенной. Не надо. За счет стихии. Начал творение Вселенной при помощи стихии. Земля. Он все равно сейчас развалится через. Огонь, вода, воздух. И появился. И эти стихии сотворили человека. Эти стихии сотворили человека. Эти стихии сотворили человека, и вы рождаетесь. Режь, ребят, и сам завязывай. Земля. Земля. Вода. Металл. Не-не. Земля. Вода, я огонь, воздух, металл. Воздух, нет, не металл, у нас вот еще есть, не металл, нет, у нас есть земля, эфир. Вода, воздух, это вода, земля, вот здесь, вот, вода, под ногами это. Воздух, огонь и эфир. Вот, эфир или металл? Вы будете эфир, эфир, давайте эфир, 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 хорошо, вы будете эфир. Итак, земля, девушка, вода. Чувственность. Я вода, да? Да, угу. Воздух, и вы такой летите такой, а вода такая, типа, там, вот, она плавает. И эти стихии, вы земля, вы самые крепкие, первые. И эти стихии создали человека, и появляется Маша. Маша такая Маша, вы из рода, и вы из зародыша, из позы зародыша. Из позы зародыша такая Ева, первый человек. Ну, вообще одевает себя. Опс, да, я же деться надо. Помпом, делаем паузу.